Вот так. Вот, например, номер один или B2. Поэтому сейчас у нас Белинда больше не бывает заниматься. Потом это образцы, когда они после Белинда посылают в Ангеле, в Ангеле посмотрите, если дают окей, и здесь покупаем. Опять, если вы получаете старую карту, и открыли сделали. По эталону, который не получает карту, и в Ангеле, и в Ангеле. Я посмотрю по этому, что я получаю, это точно это. Но иногда бывает дилеры, это 14 дней, 2-3 раза дилеры, которые мы вообще это упаковки передумали, и назад давали, и не назад, и, ну, вообще передумали это за качество. Но это не значит чай дилера. Но иногда бывает не точно, что не хотят. Это уровень чая, если качество, по нашей Белинде меньше, это нельзя упаковать. Но если лучше, конечно, лучше это вкуснее. Но иногда бывает по сезону, даже чайник, который мы получали, по уровню лучше, чем Италия. А вот по роду деятельности, вы постоянно здесь в Харькове работаете или вам нужно ездить в Англию, в Шри-Ланку? Ну, была я три раза была в Англии, но поработал по личному. Вам лучше быть в одном месте, чтобы вот вам ничего не мешало там все время заниматься тестированием чая? Это я своя сторона фабрика Иран тоже я бил, ну, для отпуска. Ну, тоже их чай, их тоже посмотреть по качеству, которые в Англии, в Шри-Ланке, в Англии тоже я не испытался. А ограничения по запахам, по жизни, вот именно вне работы, сильно оставляют отпечаток у вас или нет? Что-то нельзя, может, что-то нельзя вот. Потому что эти тесты... Как вы относитесь к этому? От чего у нас здесь работает? Да. Ну, конечно, говорят, ну, если вы интернет ищете, тесты нельзя, не пью, острый, не кушать, особенно бьетес, ну, салюни, особенно бьетес, но вообще, не курить и не алкоголь, и вообще. Ну, бьетес, например, несколько часов бьетес, лучше, не лучше, вообще, если, например, мы кушать, не надо заразить, если фокус будет излишать. Но я сам не пью, не пью. Это не из-за бьетес, это сам. А какие-то лекарства вы, вот, есть какие-то, что вы не можете употреблять? Нет, лекарства, да. Здоровье важно, чем. А вы здесь с семьей живете, да? Да. Все хорошо. Из каждой партии, из каждой палеты мы один образец посмотрим дуэт. Ну, кроме этого, когда чай упаковки начинается, каждый 2 часа заберем стандарт. Пакет, еще, еще есть на лене, и посмотрим, сначала по сухой, потом по листи, листика после завара, как высовывать, это дает нам информацию, чай старый или не старый, свежий, запах есть, смокинг, не смокинг, это все, мы можем посмотреть по чай после завара. И потом настой посмотрим. Насколько же, если тоже когда нам много информации дают, тоже чай такой. И потом последний раз по фокус я посмотрю. Ну, например, если это посмотрите, и это они тоже одинаковые. И дальше тоже фидбэк. Я хочу об этом фидбэке сказать сейчас много людей. Ну, знакомые, люди спросили, что в Украине, они считают тибак, чай, это песок. Это, пожалуйста, это надо, я думаю, что в интернете, об этом много, ну, дают информацию людям. Это не песок. Это просто, это чай, просто процесс у него так, который получается в конце будет мелкий. Это чай, который такой.
Но в конце будет мыльный. Они, то есть это неплохой чай, да, а просто его специально чай сделали таким же. Да, да. Но это не худшее по, да, качеству. Если по факту человек думает так, возможно, 100 тонн, например, каждый месяц, 500, откуда? Это значит. Ну, потом я заберу. А вы это должны попробовать, да, сейчас? Да. А чем вы перебиваете вкус между чаями, чтобы не смешалось во рту? Вот выпили, потом что вы делаете? Ну, иногда как-то лучше слышали, может быть, что я не травлю, чувствую чуть-чуть воду. А, воду? Да. Ну, уже я 14 лет, это уже без воды, уже я сразу понимаю, что не так. А дома у вас какой чай? Дома какой? Прекрасный номер один. Первый, да? Да. То есть вы другие бренды не покупаете, в принципе, да? Нет. Почему? Зеленый я здесь, например, на работу больше зеленый пью. Ну, дома обычно. И другие торговые марки пьете? А, другие такой марки. Иногда да, если, ну, ресторан, ну, я тоже хочу посмотреть этот чай. А какой покупаете обычно? Нет, не покупаю, никак не покупаю. Приносит. Приходит на гости, дает мне, где я пью, это мне интересно. Ну. А кофе вы пьете дома в своей жизни? Да, да, пью, но сейчас давление выше кофе. Раньше, да, много я пью. Шри-Ланка, Мангеля и Азербайджан. Более того, к нам приезжал и главный тестер сюда. Да, да, они больше они приехали здесь. Стандарт производит главный офис часто, как минимум 2 раза в год. Да. Представители главного офиса обязательно посещают все мероприятия, ну, да, в частности Украину, обязательно. А в чем их функция, что они контролируют? А, все. Ну, это все. Их имя, это их продукт под контролем. Мы даже пишем, что мы производим продукты под контролем Ахмати. Если мы это пишем, мы должны это делать. Они контролируют сырье, упаковку, даже вот на состояние. Да, может, на все. Может, один место слабый. Мы не так, а не хочешь, мы не работали. Поэтому они постоянно надо по контролю. Не только за тест, упаковка, за что. Все. Более того, они приезжают, они обязательно смотрят розницу. То есть по магазинам, обязательно в рынке, как представлен продукт. Это очень важно. Они смотрят весь цикл. Да, например, это 2000 году, я помню, в Охране максимум 5-6 фирм, которые упаковки чая продают в Украине. Сейчас больше 50 фирм. Это уже очень трудно для бизнеса что-то делать. Мы сегодня с вами говорили, что 3 главных игрока на рынке, и у одного из них, нас, лидера, доля 13%. Мы спросили, а что ж, на кого все остальные проценты расходятся? Вот на эти маленькие чайные бренды, которые говорит Ализа, которых сейчас очень много. Каждая сеть торговая тоже считает своим делом сделать чайный бренд. Да, это уже... Ну, есть такие бренды, как Food and Good, которые просто там фасуют, да, что там от колбасы, да, там, до чая. Это частный бренд.